Здравствуйте, друзья! Давно хотел написать эту вещицу, но осень все отнимала у меня внимание. А сейчас как раз и время подходит, все осыпалось. И здесь все осыпалось. Так, разбавителем смачиваю тонированный холст. Тонированный просто потому, что на тонированном легче работать. Не потому, что это принципиально. Смочил. В смоченное состояние холста удобно, быстро, легко вводить краску. Черная и небесно-голубая. Атмосферку ночи, но ночи, освещенные фонарями, поэтому голубит такая ночь. Белила теперь. Белила дадут плотность укладки. Плотность нужна здесь. В атмосфере тумана. Черная, небесно-голубая. Черная любая. Линия горизонта в районе середины холста и тоже подсвечена фонарями. Нависает туман, и туман несколько приобретает фиолетоватый цвет, то есть добавил розовую от этих фонарей, ну в том числе. Розовый цвет приобретает туман. Нарастил плотность веществу, особенно за счет белил, чтобы укладка стала сразу финишной. Финишной в том смысле, что картинной. Не эскизной, а именно картинной. Эскизной, этюдной. Она может быть недоподкрашена, края могут быть недотроганы. Но мы с вами стараемся работать на то, чтобы картина имела товарный вид. Люди, основная масса покупателей, любят все-таки законченность в картине, поэтому мы с вами решаем вопросы финишной укладки в каждой картине. Ну, во всяком случае, стараемся. Розовый. Охра. Дорога имеет полосатость по своей траектории уходящей.
эту полосатость показываем. Розовый, небесно-голубая, черная. Небесно-голубая дает с розовым эффект фиолетовости. Нагоняю полосатый характер, нарочито полосатый характер. Из того же материала розовый, черный и небесно-голубая выстроим силуэты дальних домов. Тающих в пространстве неба и тумана. Чуть больше черноты. И, наконец, боковинка автомобиля, которая уходит аж в середину внизу формата. И тут к черному можно добавить более... Хотя... Нет, пока небесно-голубую. Небесно-голубая и розовая по-прежнему. Немного белил. Больше небесно-голубой. С белильцами чуть-чуть. Поскольку у нас те же цветики и в небе, уточняю этим же цветом, уточняю силуэт машины. Вы помните, что у нас холст тонированный. Это дает возможность
предоставить свет. На ребрах. Так, ну а теперь, наверное, сдвину на палитре чумазенькие цветики, ночные, и начнутся фонарные цветики. Кадмий красный. Белила, охра желтая, загоняю и сюда на передний планчик светик подпускаю еще. Чуть-чуть с розовинкой. Вот этот же блеск и на следующем окне. Там этого нет, ну пусть будет, чтобы оно как бы продолжалось к нам. И я чуть-чуть не добрал вот эти красоты. Ну, как-то так. Пожалуйста, пользуйтесь.